На седьмом месте всего 4 партии сыграл. Играем. О, у меня женский отрезок возник, так как да? Мы мечтали выйти из группы дальше. Играем сейчас с блондинкой, приветствуем ее. Зато будет богатой пищей для анализа, игру, для шахматных, да? Размышлений. Давайте. Над своей игрой. Потому что, да. На многое тут не претендуем. Когда сильным соперником играешь, сразу понятно, над чем работать. Так. Что, как это у нас так получилось? Сразу. С6, то есть ферзей меняет, да? Меняет ферзей. И это что сразу будет? Что-то будет, да? Слон b5, конь c6, закроемся. Так, а куда нам девать слона своего? Давайте на b3 его определим. Так. А, слон g4, ничего себе. Ну, тогда конечно, так. Конечно. Эндшпиль. Так, конь b5. Ну, на всякий случай, чтобы не было у него ходов. Логично, ходах, почему b5. Нет, да? Так, это теперь не то, что мы мечтали, конечно. Конь c3 можем пойти. Ну да ладно. Слон e3, повис конь. Слон b4 не реагирует, да, то есть готова просто отдать своего коня. То есть пешку мы можем выиграть, но надо ли нам это, да? Большой-большой вопрос. Так, не знаю. Наш слон, даже не знаю. Который надо не g4, которого все забыли. Но как-то шлепнуло очень быстро. После f3 кони слон f5 нету. Да, конь f5 у нас тут провисло. То есть есть ход конь e6. Вообще, да? Кстати. А конь e6 сбить здесь. Я думаю, он но сейчас размышляет вот над тем, как лучше надо всего будет выиграть нашего не знаю, коня. Сможем удержать или если не ее, коня, или нет. То что-нибудь за него. Ой, давайте не знаю. Есть, например. Как-то она лихо шмякнула так. Конь e6, да. Я бы задумался, вот. Она быстро сыграла. Опять у нас минуты времени нет. На съедение. Нехорошо получилось. Так, надо блокировку сделать. Ну да. Я-то думаю, почему он задумался? Что-то подозрительное. Она уже не сможет сделать рокировку, я ей выпишу шах, да? Шах. Мы пока можем отойти. Мощно у него, конечно, слоны. Даже ладья d8 не поставишь, ладья e8 тоже. Будем прогонять их. Конь c5, например, да? Например. Ой, ой, страшно мне становится от моих ходов. Что я наделал, а? Конь идет на d3, да? Конь идет на d3. Ну, вряд ли он хочет слон c2. Блокировку я сделать не успел. Чё ж мне делать? Хотя, возможно. А, еще конь d5. Конь d5, кстати. Ладно, собью. Ход, который надо считать. Блокировку. А, конь d5. Конь d5. Пешка пока лишняя. Может быть, что-нибудь и выиграет еще. Ладно. Ладно. Слона прогнали. Может, и не выиграет. Хорошо. Очень повезло, что мне было хода конь d5. Да его не пришлось считать. Так, а вот теперь лучше вам придется сбить, да? Отыграли пешку. Ненадолго. Да, долго вот. Я топтался тут, вот. К сожалению. Вот так вот. В общем, ход b5 была ошибка. Если хотели взять на e5, надо было сразу бить. Что теперь делать?
Так, это что? Это куда? Слон d1. Пока не знаю, слон да? Слон d1. Нет. Пока собираем. Что дают? У него времени мало. Пока собираем. Вот, вот он, план Б. Вот, и в общем, не надо было... не надо было ходить b5. Мы поняли, в чем дело. Если хотели сбить на e5, это было сразу. То одни неприятности из этого слона. Вот-вот. То есть вторая ладья идет, да? H5. У него же все равно есть ход H5. Ладья C. Ай-яй-яй-яй. Ладно, нормально. Мы там сделаем связку. А, что нормально, без двух пешек. Ненормально. Беги, пешка, беги, которая наша. Так. Вот, пусть ладья стоит сзади. А почему он не съел? Мог и съесть, кстати, пешку нашу. Кто знает, как здесь сделать ничью? Мне кажется, правильный ответ никак. Ничего не делается, мне кажется, нет. А, он сейчас будет мостик строить? Нет, ему даже не понадобилось мостик строить. Ну ладно, не будем проверять, как да, победа. Ставить мат ладьей. Так, возвращаемся к турниру. У нас есть последний... Ой, мы вывалились из восьмерки. Но это было ожидаемо. К концу турнира раскочегарились, да? Единственное, что нам может помочь, это если мы выиграем сейчас партию. А, кстати, нет, уже не поможет, друзья. Потому что если мы выиграем, у нас будет 8 очков. А сейчас на восьмом месте уже 9, причем Белоусов 1996, которого мы два раза выиграли. Ну, может, не вопрос.